Идем, разбег. Помнишь, да, разбег какой у тебя? Не широкий. По прямой. По прямой. Пошли. Оценивай. Я тебе мячик отвел. И вот здесь, смотри, ты как раз делаешь шаги. Да, ты здесь и делаешь шаг. Даже пусть он будет маленький, но он правильный должен быть. Слева. А выход твой опять же, ты сейчас вышел очень близко к нему, очень прям впритык. Более или менее. Более или менее. Удар. Нету пока, да, нету пока именно вот движения хлёста. Локоть, не закрепощай руку. Вот опять же тот мяч. Посмотрите ли плохо. Что нужно с ним делать? Не засрать. Ладошку подставляешь. Просто такое движение, как теннисная ракетка. Либо крабом. Очень важно тоже. Очень важно научиться исправлять плохие передачи. А их очень часто. Все, все спокойно. А их очень часто и много плохих передач. Шаги. Да я что-то вообще намудрился, ага. Я пришел далеко, а потом еще непонятно. По шагам. Чисто. У меня так замечательно было по шагам, поэтому не получилось. То же самое вышло туда. Видишь, насколько сложнее бить с двойки, потому что мяч летит через левое плечо. Если тебе с четверки было пробить проще, и ты бил больше мячей,